как бы, чтобы здесь менялось его имя. А так как у нас Александр Невского, Гарри князь Александр Невского имя, то, конечно, все в честь Гарри князя Александра Невского. А еще вот этот наш Федор Васильевич Захаров, вот, он, значит, жил при императоре Александре Третьем, который тоже носил имя благоверного князя Александра Невского. Вот. Значит, он купил землю в 1883 году. Купил землю. Вот, это вот, крымский купец. И уже в 1898 году сюда приехали первые сестры. Их было 10 человек. Не хит, да. Это когда все бывают, тогда они включают вот нарезы себе. Так его не там очень показывают. Я понимаю. Да. Вот. Это очень такие вот у нас дела. Вот это вот популярный цирк, когда нам эту гору вышли, увидели там на Малоруга. Вот. Это Казанский ход Божьей Матери. Пройдемте сюда, пока не звонят, поют колокола. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. В облачении торжественном старенький батюшка, храм нарядно живыми цветами украшен.